Нижнеколымском районе в поселке Черский отключилась подача электроэнергии. Проблема серьезная. С начала этого года это уже 23-е отключение на линии Билибино-Черский, из них 18 аварийные. Нужно срочное вмешательство правительства республики, сообщил глава района. Он рассказал, что старые дизели резервной ДЭС вышли из строя спустя полчаса после подключения. Из-за нехватки резервных источников подача электроэнергии по поселковым линиям распределена только на социально значимые объекты. Без света остаются жилые дома. Сегодня в Черский отправились представители правительства республики, Мин ЖКХ и Сахаэнерго. Вот как прокомментировал ситуацию министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин. Мощности, которые на сегодня существуют, РИПов, не позволяют сейчас подключить население. Вот поэтому энергетики сейчас принимают меры, демонтируют из поселка Хандага две турбины, планируют с Якутска самолет вылететь через теплый ключ и доставить эту турбину 7-8 августа, и завершить пусконаладочные, монтажные и пусконаладочные работы к 14 августа. Сейчас Сахаэнерго принимает попытки технически решить часть жилых домов, подключить, запустив резервные источники, котельный номер 2 и номер 1, 2, 3, это ГУПа ЖКХ. Если это получится, за счет веренного отключения попробуем до восстановления электроэнергии обеспечить население электроснабжением.